Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем Фейса. Фейс – иностранный агент, ребят. Поехали! У тебя, ты мне, у меня, к тебе. Зачем? Что-то где-то, как будто, но нет. Классно, да, ну голос, конечно, у него классный, ребятки, ничего не скажу. Такой чистый, классный, ребятки. Трек интересный, ребятки. Вопрос-ответ, ответ-вопрос, да, друзья? Базаришь громко, я устрою встречу с Полом Уокером. Они хотят со мной фото, мы звезды-рокеры. Фэшн килом, мои джинсы даже ниже пола. Классика кварталов, сука, Райф, Лорен, Пола. Звезды не друзья нам, денег всегда мало. Друзья нам бедняки, преступники и радикалы. Если уж разбогатеть, то раскидать на воздух. Если уж стать бедным, то отобрать потом у босса. Ну, ребят, что скажу, поет он классно, ребятки. Воспоминания такие, вот его нотки такие классные, как он раньше пел. И сейчас он также поет. Ребят, молодец, голос чистейший, ребятки. Ну, трек такой, знаете, легкий. У тебя, ты мне, у меня, к тебе. Зачем? Что-то где-то, как будто, но нет. Ла-л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 а
особо-то над текстом не запарилась, да? Вообще да? Нет, да. Вопрос у тебя ко мне, у меня к тебе. Да, ла-ла-ла-ла-ла. Такие маленькие вопросики такие, да, в треке. Как такового, ну, текста нет. Да, да. Именно вот текст такой, знаете, ребят, чтобы можно просто вот, вот действительно опять клубное, да, вот скажешь. Сидят в клубе, поют, да, и просто слова такие легкие, запоминающие, да. Ты мне, я тебе, ты кто? Я здесь, а я здесь, да, вот такие слова простые, да. Слова. Не, да. Назвал песня «Дурака». Да, ну для дураков. Ты чё? Трек. Ну а почему он так назвал? Нет, песня «Дурака». А, песня не дура... песня для дураков же. Песня для дураков? А, ещё думаю, нифига себе для дураков. Ну, ребят, что скажу, Фейс, конечно, он классный исполнитель, классный, ребятки, музыка у него классная, а голос, ребята, у него идеальный, мне нравится, чистый, классный рэп читает. Друзья, пока.